Всем привет! Сегодня мы будем с вами смотреть одно из любимых и долгожданных видео, которое называется «Покупки косметики». Они сделаны, как обычно, в разных местах. Это магазины «Подружка», «Иль де Ботэ», «Золотое яблоко», «Вайлдберрис», «Озон» и, может быть, там пару позиций с «Фикспрайса». То есть разные места. И давайте начинать смотреть. Покупок очень много. Это собирается не за одну покупку, это несколько походов, несколько заказов. То есть это не за один день, даже, может быть, не за один месяц я собираю. Бывает, что я даже забываю, что сколько стоит, потому что, ну, время проходит, у меня из головы эта информация улетучивается. Что-то еще должно приехать ко мне на днях, но я уже не стала дожидаться эти покупки, потому что они пойдут, наверное, на следующее видео, так как и так уже куча. И, возможно, будет две части, потому что я даже не знаю, как это по времени растянется. И давайте начнем. Покажу, как обычно, сначала крупные товары, а потом перейдем к декоративке. Из таких крупных у меня появился крем для ног. Вот так он называется, Lovejoy. 12 в одном, гладкие пятки, крем для ног против морщин на топтыши с 20% мочевиной и масла какао. Этот крем я покупала на Wildberries, в нем пол литра, 500 мл, это большой объем. Так как, представляете, произошло невиданное и неожиданное. Я полезла в свой шкаф за очередным кремом для ног и не нашла ничего. Представьте такое, вот у блогера нет ни одного крема для ног. Обычно у нас всегда такие запасы нехилые, а тут вот ни одного крема. Ну и вот это вот мой единственный крем, который я еще не успела отснять, уже использую вовсю. И он мне очень понравился, сделан он в России. Кому интересно, вот его состав, и покажу сейчас, как он сделан. Значит, если нужны ссылки, обращайтесь, я вам буду их оставлять. На все подряд, как вы понимаете, ссылки нереально сделать. У меня товаров, ну, просто несколько сотен, и представьте, сколько это мне надо сделать ссылок. Да и YouTube против такого. Это все воспринимается как реклама. Ой, как вкусно он пахнет. У него вот такой ненавязчивый аромат. Косметический, но приятный. Нет никакой мяты, потому что я когда читала отзывы, я не хотела, чтобы крем пах мятой. Я не люблю этот ментоловый аромат. Просто приятный косметический запах, довольно комфортный. Крем сам мне нравится, он быстро впитывается, он держит ноги в хорошем состоянии. Никаких трещин, ничего нет. Очень прекрасный крем. И им буду я долго пользоваться, потому как там большой объем. Еще одна бадья, это из «Подружки», была какая-то скидка на эти вот бодибаттеры. Они были в нескольких вариантах, я взяла личи и кокос. Так как все-таки это стоило не очень дешево, по-моему, 4 с чем-то рублей, я не стала набирать прям все-все, потому что у меня есть... Божечки, как это вкусно пахнет, девочки, кокос преобладает здесь, конечно. Конечно, он преобладает. Баттер довольно густой, плотный, суперский. Очень сладкий, кокосово, в какой-то фруктовый аромат. Очень нравится. Вообще, этот бренд я люблю. И это израильский бренд, насколько я знаю. Здесь вот описание, кому интересно, можно чуть-чуть так почитать. Срок годности хороший, 28 год. В общем, классно. Объем здесь тоже не маленький, по-моему, 300, что ли. А, 350 даже, вот. Хорошая большая бадья с кремом. И очень вкусный аромат. Далее, что мы с вами, давайте посмотрим. Давайте два кремчика таких небольших из «Подружки» тоже. По-моему, по 99 рублей они были. Это гель гидроуход для лица. Гиалуроновая кислота, ультраувлажнение и тонус. Эль Косметик. Баночки такие суперские. 50 мл. И вот так выглядит. Ой, девочки, я люблю так эти гели. Я их так люблю. Это, знаете, можно как сыворотку использовать. Это такие гелеобразные кремы водяные. Они очень хорошо кожу увлажняют. И мне, я люблю вот именно увлажнение, процесс. Поэтому вот такие штучки сразу две заказала.
Ну, на вид приятно. Мне кажется, и работы должны тоже неплохо, они, тем более за такую цену. Далее, из ухода что? Из ухода у меня будет вот такой вот жидкое крем-мыло для рук. Это я купила в фикс-прайсе из-за того, что здесь манго, лемонграсс, масло ши, два в одном. У меня очень мало вообще таких средств. Я использую гели. Раньше использовала. Ну, то есть практически никаких запасов. Просто понравилось мне, как выглядит вот эта упаковка, плюс манго нарисовано, я не смогла устоять. Меньше 100 рублей в фикс-прайсе стоило, поэтому я с удовольствием купила. И еще что из ухода. У меня, и даже это не уход, это какое-то хозяйственное. Покажу вам мыло. Вот этот бренд Сарма. Он продается на Wildberries. Просто вот так вот набираете Сарма, и они выходят. Есть отбеливающее, а есть пятновыводящее. Два у меня мыла. С пятновыводящим я уже использую в ванной. Соответственно, не стала вам показывать его. Отбеливающее осталось. Очень хорошо работающее мыло. Реально, то, что не справляется машинка, можно на руках отстирать. Вот у меня был случай. Дочка вся перемазалась. Один раз гуляла после школы, один раз она перемазалась, пятна были по всей блузке, это был урок рисования. Просто вся вот блузка была в пятнах разноцветных, и я отстирала прямо на руках в раковине за 5 минут это все дело и повесила сушить. Так что присмотритесь, рабочее, реально мыло рабочее. То есть оно действует, отстирывает пятна, отстирывает трудновыводимые вещи. И следующее, что покажу, это я купила, по-моему, опять в фикс-прайсе. Вот такая отбеливающая паста, прополис называется. Здесь мед какой-то нарисован. Ну, в общем, она отбеливающая, вот что тут написано. И не знаю, я ее не пробовала. Будем пробовать, смотреть, что это такое. И еще у меня из ухода есть у меня вот такой крем, да? Это крем же? Ага. Про пантенол 10%. Это, наверное, что-то корейское и с подружки, да. Это успокаивающий с пантенолом. Увлажняет, избавляет от покраснений и раздражений. Поэтому я его и купила. Пантенол это про витамин В5, который направлен на интенсивное восстановление кожи и сохранение влаги внутри эпидермиса и нормализует pH-баланс, избавляет от сухости и шелушения. Короче говоря, очень мне по всем описаниям крем подходит, вот прям по всем моим признакам, и покраснение, и сухость, и все здесь у меня, это все это у меня есть. Вот так выглядит крем, 75 мл. Представляете, такой немаленький, Корея, и стоил он, наверное, около 500 рублей, я так думаю. Сейчас такие корейские кремы в корзине, в подружке, где-то 449 рублей, по-моему, стоят. То есть, ну, не прям мало, вот. Но изначально ценник там либо 2, либо 1,5, поэтому я все время беру за до 499, 449 я покупаю, потому что изначально стоило в 2-3 раза дороже. Так, значит, мы с вами, наверное, переходим теперь к декоративной косметике. И будем с вами смотреть. Давайте на покупки из Ильдебате. Там была у Vivienne Sabo акция такая. Если берешь на около 600 рублей, по-моему, товара, то тебе дают в подарок вот такие гидрогелевые патчи. Очень, кстати, неплохая акция. Я в ней поучаствовала аж 3 раза. Эти патчи сами по себе стоят 1100, по-моему, у них. А тут в подарок дают. Я сначала один заказ оформила, потом еще. Вот, подарок Ильдебате. 60 штук. Так, значит, вот вторая банка. И что я купила? Вот такую палетку от лимон-цитрон. Она была 200 с чем-то рублей. Представляете, изначально их по 800 продавали. В этой палетке, в принципе, есть цвета, которые меня не интересуют. Или интересуют, но очень-очень мало. И я в основном таки купила вот из-за этого рефила. Думаю, однушки стоят некоторые по... Ну, смотря какие, есть по несколько тысяч. А тут за 200 рублей вся палетка. И вот такой рефил, этот красивый, с сияшками.
золотой. Вот, и остальные здесь матовые, все матовые, и они, не знаю, они меловые, нет, я хочу посмотреть сейчас на них. Очень мягкое качество, шелковистое такое. Ну, вот этот желтый, меня вот он почти не интересует. Я не знаю, буду ли я его использовать. Также это касается вот этого зелененького. Вот он. Какие-то, не знаю, детские цвета, я такие не очень люблю. Так, вот этот розовый и фиолетовый. Это даже не розовый, а коралловый. Ну, коралловый, может, еще и буду использовать. И фиолетовый тоже. Кстати, фиолетовый довольно неплохой. Обычно он такой бывает ужасный. Здесь смотрите какой. А здесь довольно-таки неплохо выглядит. И три, ну, вот этих ходовых, которые реально можно использовать оттенка. Это вот они. Да. Это вот эти, конечно, можно спокойно использовать. Ну, а вот эти цветные, не знаю. Я чуть не представляю, куда их и как, столько в уголок глаза, вот этот зеленый с желтым. Ну, посмотрим, короче говоря, что я уже не фанат этих разноцветных макияжей. В подарок давали еще вот такие штуки. Это Make Up For Ever. Здесь консилер. Два вида консилера. У меня две таких штучки. Я, соответственно, ничего не пробовала пока. Сюда их положим. Так, и заказала я также, значит, в этих заказах двое румян от Vivienne Sabo. Это оттенки 2 и 1. Оттенок 2 пришел отколотый, вот так вот эта крышка оторвана. Я написала в техподдержку, они мне такие требования выдвинули. Что-то там какие-то заполнять заявления. Но это еще ладно, полбеды. А потом, значит, скажите, в какой магазин вам удобно доставить товар, мы предупредим об этом магазин, нормально? Я еще за собственные деньги поеду возвращать вот эти румяна за 387 рублей и скатаю 200 рублей на дорогу, чтобы потом 180 рублей мне как бы вернулись, да, на карточку. Но это нормально. Я, естественно, плюнула, ничего даже заполнять не стала, никуда я не поеду. У меня нету, ну, под носом магазина Эльдобатет, а тащиться через всю Москву, чтобы, говорю, скатать денег на дорогу, а потом что там, смысл какой, я понимаю, что палетка 1007 была бы. Это свотч мы с вами посмотрели номер 2. Вот это два розовенькие такие. И номер 1, это более персиковый вариант. Вот так выглядит. Это вот номер 1. Вообще светленькие, да? Номер один очень светленькие. Вообще цвета очень классные в этом выпуске румян, все 4. Я бы все 4 хотела. Ну, не отказалась бы, потому что они настолько какие-то все носибельные, приятные, матовые. Хорошие румяшки. Мне они понравились. И что еще-то я заказала? А, вот такой крем. 225 рублей был. У меня оттенок 2, то есть который потемнее оттенок. Этот крем идет Nude Effect. Nude Effect, и у него у второго номера вот такой вот оттенок. Вот. Мне он очень хорошо подходит. Он неплохо перекрывает. Финиш у него не глухой, не матовый такой, какой-то влажноватый. И, ну, вот для белоснежек, наверное, это оттенок не прям вот светлый. Но мне хорошо подходит, у меня прям с кожей сливается. И за 200 рублей я думаю, что это будет очень даже неплохо. Я заказала, когда делала еще один заказ, я заказать хотела в первом номере.
посветлее. Потом поняла, что не надо мне ничего светлее, и заказала еще номере 2. Это когда делала уже третий заказ. Ну, мы его с вами будем смотреть не в этот раз, а в другой раз, потому что не успеваю я все это получить. Свайлдберрис также заказывала вот такие салфетки для удаления пятен. У меня было 2 упаковки. Они мне нужны. Ребенок приходит когда со школы, например, там что-то на брюках, что-то на жилете, например, бывает, или на сарафане. Потому что каждый день не хочется стирать и наглаживать это, понимаете, да? Какое-то пятнышко оттерла и повесила на вешалку. Очень удобно. Рабочая вещь. Я даже иногда свои прохожусь, где воротник, там тональник остается, чтобы мне не стирать каждый день что-то там, допустим, джинсовую куртку какую-то. Я раз убрала тоналку и дальше хожу. Кстати, очень суперские вещи. Всем советую. Там то ли спирт, там что-то такое в составе. Какая-то пропитка специальная у этих салфеточек. Вот такую маску мне дали, я покупала постельное белье, вчера стала его открывать и постелила, у меня выпала прям изнутри вот эта маска Хани. Думаю, пустячок, а приятно. Тоже сюда же ее положим, эту масочку. Далее, что вам покажу, давайте я вам покажу вот такую палетку магнитную. Купила я тоже ее на Wildberries, но она мне что-то не очень понравилась. Знаете почему? Она была дешевая самая, 350 рублей стоила. И вот так выглядит. Вот. Так и вот. Но здесь как будто как-то она неплотно закрывается, что ли. Мне не понравилось это. И я подумала, что с такой палеткой засохнут все тени быстрее, чем вот они в индивидуальной упаковке. Поэтому не знаю, пока, наверное, не буду я ее применять. А применить я ее хотела для теней Nuage. У меня появилась целая куча, просто куча этих теней от Nuage. Мы их с вами сейчас будем смотреть. И, собственно говоря, для них я и покупала. Думала, все, сейчас достану, положу в палетку в единую. Не знаю, буду ли делать или нет. Так, далее давайте посмотрим. Я заказала на Wildberries от Nuage. 2 вот таких кремовых средства. Это румяна и скульптурирующий стик. По 6 грамм. Стоили в районе 400 рублей. По-моему, эту. Мне довольно понравились, как сделаны они. У них такой какой-то приятный пластик. Ну, то есть не прям такой какой-то дешевый, как будто бы. Оттенок 02. Вот это у меня. Это скульптор. Вот он выглядит вот таким образом. Здесь вот столько его. Оттенок понравился. Холодный такой. Прям реально скульптор. Вот. Ничем не пахнет. И довольно большой объем. 6 грамм. Так. Не знаю, нужны мне коробочки, не нужны. Ну ладно, пусть пока останутся. И румяна. Румяна 03 оттенок. Сакура 3. Вот так. И вот такие румяна. Нежно-розово. Какой-то как будто в теплинку. Сейчас модно кремовые румяна, как я поняла. Чтобы они чуть сияли. Угу. Вот такой оттенок. Ну, довольно неплохой, прям как под натуральный цвет подходит. Тоже многим подойдет на кожу. Он не ярко выраженный. Неплохо. Ничего на лице не смотрела. Все буду только пробовать в ближайшее время. Так, значит, девочки, я вам обещала снять организацию хранения косметики и макияжа. У меня просят снять. Все сделаю в ближайшее время. Не знаю прям когда точно, но обещаю, что сниму. У меня не всегда, не каждый день есть возможность. Когда есть,
время. Я снимаю. Вот сейчас я села снимать, ребенок не знает, что там с уроками она делает. Я ей сказала, сиди, делай. Что она там делает, неизвестно. Сейчас буду проверять, вот досниму. Хотя нам с вами еще снимать и снимать. Тут столько еще не снятого. Значит, бренд Nimbt тоже брала на Wildberries. Это два стика по 7,5 грамм. И один это тональный крем. Вот здесь вот прям упаковка, как у люкса. Шикарная. Прям такая плотная, тяжелая. Какая-то крупная. Очень мне нравится, как выглядит. Солидно. Да, это вот оттенок 10. Это, ну, я считаю, что это какой-то крем для лица. Вот. Это никакой, ничего не скульптор. Может, как консилер работать будет, не знаю. 10. И есть еще у них другой вариант. Я изначально-то его и хотела. Но там что-то было с фотками перепутано, по-моему, когда я заказывала на Озоне. Из-за этого я неправильно купила. И есть еще у них вот 30-й оттенок. Это уже реально скульптор. Вот. Это 30-й. И здесь большой тоже. Будешь 7,5 грамм эти долго и упорно расходовать. Они заканчиваются не быстро. Могу вам сказать, я недавно закончила такой вот кремовый скульптор от Catrice. Это не прям, знаете, месяц нужно потратить. Это несколько месяцев непрерывного, каждодневного использования. Поэтому увлекаться тоже не стоит. Это все надолго, не на один день, девочки. Если вы любите, допустим, только сухие какие-то средства, то не стоит набирать этих кремов. Потом они вам надоедят, будете думать, а как же их истратить, а то испортить, не дай бог. В подружке я купила два корейских средства от Перипера. Было какое-то списание у нее, по-моему, подружки в корзину уходило. В общем, по очень низкой цене. И давайте мы посмотрим, что же я купила. Матовую помаду, как я понимаю. Номер 10 у меня. Смотрите, какой красивый футляр. Прям вот реально классно. И вот такой оттенок. Матовый. Очень красивая помада, согласитесь, да? Запаха особого я не ощущаю. Но очень приятная здесь упаковка у помады. Ну и цвет тоже, соответственно. Классный цвет. Можно было бы, наверное, еще купить, но думаю, ладно, они медленно заканчиваются. И вторая упаковочка, это жидкая, тон 21, какой-то там красный. О, вот так выглядит. Так, да. И вот так. Тут есть какой-то запах, но не пойму, что напоминает. Вот такой оттенок. 21 номер. Так, надо стирать эту сводчатую, что потом не сотрешь. Да, эти впечатываются. Вот, видите, уже не смывается вот такого плана помада. Они въедливые очень. Далее. Далее я купила на Wildberries от бренда Palace Identity палетку теней. 02 розовый кварц она называется. Я сейчас выкину, чтобы вам показать. Я держу. И здесь очень красивая упаковка у этого бренда. Выглядит вот так вот. Как будто часики какие-то старинные. Здесь такая висюлька. И вот такая упаковка. Внутри вот такой дизайн.
Там были другие оттенки, но я вот такой захотела. И давайте с вами посмотрим, какие сводчи будут получаться. Здесь ничего выдающего, здесь один сатин какой-то вот. И вот такие получаются сводчи. Очень хорошее качество матовых, но вот сияшка я не поняла. И у меня еще есть от этого бренда румяна. Я вам хочу показать их. Очень они красиво выглядят. Тоже такой же красной коробочки. Здесь открываешь также пыльничек. Все то же самое. Красиво, да? Очень. У них скульпторы есть. Теперь давайте посмотрим на две покупочки из Литуаль. Это были Куроми и Hello Kitty от бренда Soda. Такие у них неплохие, интересные новинки вышли. Так, Куроми. Такая она прикольная, да? Вот так выглядит румяна. Розовый с золотом. Класс, это боже, прям как тени. Видите, как тени можно использовать, кроме. И Hello Kitty это у нас хайлайтер. Так, следующее, что мы с вами посмотрим, это вот такое, такие румяна от Essence, коллекция персик, или это абрикос, абрикос, по-моему. И на Wildberries была, и в подружку потом приехала. Румяна эти чуть-чуть пахнут, да, вот этим персиком, абрикосом. Оттенок такой нежный-нежный, и он прям еле виден. Вот такой. Можно даже, не знаю, какую-то, как пудру, наверное. Вот, девочки, для, прям вот чуть-чуть совсем видно, еле видно на мне румяна. И есть от, у меня от них еще хайлайтер, вот такой вот. Это уж на Wildberries покупала, это в подружке, а хайлайтер на Wildberries. И у него сверху какое-то как будто покрытие сияющее, а потом, потом он вот такой становится. Вот. Тоже можно как сияющий румяна использовать. Вот. Сияющий румяна, короче говоря, это получается. Далее, у меня еще от них был блеск, по-моему, вот из этой коллекции, но там на дне закопался, я пока найду. У меня еще, смотрите, девочки, сколько вам показывать всего. Вот, и палетки от Pet лежат, ждут. Следующее мы посмотрим с вами заказ из Золотого Яблока. Я увидела у Нагорной Татьяны, она показывала консилер от Луна и карандаш Клио хвалила именно в третьем оттенке. И я заказала, там нашла, правда, консилер в большой упаковке, 30 мл, представляете, консилер 30 мл и этот карандаш. Карандаш стоил где-то 800 с чем-то рублей, консилер 1300, по-моему, 200 я отдала вот за эти две позиции, за карандаш и консилер. Давайте с карандаша начнем. Он здесь с точилкой идет в наборе, супер, конечно, девочки, так приятно. Вот, не знаю, даже не жалко денег. Вот так выглядит карандаш, он деревянный. Все здесь такое какое-то гладкое, приятное. И
Не знаю, мне понравилось. Ну и точилка, соответственно, вот такая. Бренд Клео. Все, видите, как вот все предусмотрено. Точилка. Я коробку выкину и не хочу. И карандашик. Вот в такой оттенок 03. Он, да, он мягкий, классный. И он подойдет в 90% моих макияжей для губ. Потому что я обычно теплые использую помады. Коричневый такой карандаш мне нравится. Вот. И я буду, конечно, с удовольствием использовать. Консилер. С плотным покрытием. Так, стойкий. Не знаю, можно будет такое мелкое разглядеть здесь, что написано. Убирает круги. Там какая-то увлажняющая формула с витамином Е и экстрактом портулака и ромашки. SPF 34. И был еще другой вариант. Это вот с увлажняющей формулой. А был, по-моему, ну что-то типа к матовому. Или вельветовый какой-то финиш. Но я все время беру увлажняющий. Вот такой вот консилер 30 мл. Оттенок ванилла у меня называется. 01 ванилла. И вот такой цвет. Не буду скрывать его, потому что пока не хочу открывать. Он такой большой, классный. Представляете, сколько консилера. Как открыла, и будешь пользоваться очень долго. Так, и у него страна Корея. Где у него срок годности? А, вот здесь, наверное. 27-й год. Вот, и я пока его оставлю. Ванила довольно-таки не ванильная, да? То есть он не прям светлый-то. Ну вот у меня рука темная, и он вот такой. То есть не для белоснежек. А ванила называется, должен быть очень-очень светлый. Так что вот имейте в виду, девочки, что ванила не ванила. Так-с. Далее. Из Летуаль купила пудру. От Golden Rose давно я на нее смотрю. Запеченный вариант. И она выглядит вот таким образом. Коробку тоже выкину, не хочу. Вот такая пудра. Не светлая, но она, по-моему, у них в одном варианте. Nude Glow называется. Golden Rose, 9 грамм. И запеченная текстура вот такая. Кому-то, наверное, даже бронзер это будет. Вот. Ой, девочки, какая же крутая пудра. Ой, гладкая, какая-то шелковая, силиконистая. Выглаживает, разглаживает. Вот такой оттенок. Очень понравилась пудра. Прям вот на первый взгляд, смотрите. Классная. Очень классная. Как что-то прям люксовое. Кожа шелковая после нее. Недаром ее девочки хвалили, эту пудру. Классная. Очень понравилась. Так, далее. Далее у меня будут хайлайтер. Вот такой уж не помню, где я его. На маркете, что ли, купила. Может, на Яндекс.Маркете. Не помню. Вот так выглядит. Брала чисто как тени использовать. Да, тут сияшки. Вот, видите, отдельные блестки такие. Чисто как тени. Ну, как топер. Вот. Потому что, ну, кто такой хайлайтер с такими крупными блестками будет носить? Никто. Это Beauty Bomb Atomic Aura называется. Хайлайтер. Так, мы уже не вмещаемся. Далее крем из подружки Matte Line, матирующий уход, Fast Finish Gel. Финиш гель для лица, обновление клеток кожи, увлажнение и смягчение. Тоже шел по скидке, в районе 100 рублей, по-моему, стоил. Здесь аллантоин и экстракт шалфея. Бетаин 100 мл, вот такой вот. Я видела, он и в корзине стоял, и можно было онлайн заказать. Я его онлайн заказывала. Он запечатан, пока не буду скрывать. Ну, хотя, наверное, скоро вскрою, потому что это белорусский. У него 23-м годом он выпущен, наверное, срок годности года 2-3. Пока не вижу. И, ну да, что-то не видно сколько. В общем, вот такой крем, девочки, белорусский. У меня еще есть. Так. Далее что?
Далее, от Эллиан взяла на Wildberries хайлайтер. Очень я его хотела, тоже запеченная текстура. Он шел по скидке, он был одно время где-то 1000 рублей, потом за 500 рублей я его увидела и купила. 7 грамм. И вот так он выглядит. Классный. Классный, девочки, хайлайтер на каждый день. Его оттенок универсальный, шампань. В народе называют вот такой вот. Он не имеет отдельных блесток. Ровное сияние. Вот такое. И запеченная текстура. Классный, очень хороший. Так, и что потом у нас будет? Это Кси-Кси. Какой-то мишка Кси-Кси. Оттенок 02. А, это, наверное, скульптор. Угу. Да. Вот такой вот скульптор. Что-то там тоже стоит какие-то копейки. На Wildberries купила. Вот, мишка. Оттенок 2. Хайки. Хайки трюфель. Текстура шелковая, мягкая, приятная. И оттенок вот такой хорошенький. Холодный. Такой скульптор. Ну, вот именно реально скульптор, девочки. Не рыжий бронзер, а вот скульптор. Как, если вы любите именно скульптор, то это вот он. Он, этот оттенок. Вот. Номер 2. Кси-кси мишка. Тоже выкину коробку, не надо на мне. У меня так будет храниться без коробки. Хайлайтер, ой, тоже на Яндекс.Маркете, по-моему, купила, у Лены увидела, это Vivienne с собой, мне надо, мне сразу стало надо, вот так выглядит внутри, класс, да, девочки, очень красиво, особенно вот эти боковухи, он какой-то рассыпчатый такой, я его брала чисто как топпер, смотрите, как сияет, очень здорово, потом вот такой оттенок. Он весь как-то крошится так. Девочки, он очень сильно крошится. Но он, видите, каждый оттенок по-разному блестит. Розовые, голубые. Как топпер можно брать это яблоко. Я списала бонусы спасибо и его бесплатно забрала. Вот золотой оттенок. Но он какой-то, надо вполировать его, что ли. В общем, он как будто крошится, что ли, не знаю. Надо пробовать чуть за качество такое. Если не понравится, я выкину. Хотя мне нравится, вот как он сделан. Упаковка от него. Так, следующая позиция. Это будет спонж вот такой за 130 рублей. Взяла из-за упаковки. Мне нравится, что можно вот попользоваться и обратно засунуть и поставить. Не пылиться, ничего. Это с Wildberries покупала. Обычный спонж, девочки. Ничего такого прям супер-пуперского не вижу. Так, еще один мишка. Это пудра, наверное, с Wildberries. Вот так выглядит. Это у Зарины в чате видела. Девочки все купили этого мишку. И мне тоже надо. Почему надо? Вот такая белая пудра. Я люблю пудры именно вот отбеливающие. Вот такие. И я купила. Рублей 300 стоило. Осветляющий эффект. Просто белая пудра, красивая упаковка. Она не выглядит прям дешманской. Она такая довольно-таки тяжеленькая. Приятно в руке. Я тут не буду коробку выкидывать. Потому что, наверное, он какое-то время может полежит у меня. Пускай будет в коробочке этот мишка. Такс. И следующее это будет вот такая кисть. 277 рублей она была в подружке в корзине. Такс, давайте ее вскроем. Я коробочку тоже сейчас выкину. Мне она не нужна. И вот такая кисть. Это были лимитки от Catrice. Такие есть помада у меня. И будет теперь еще и кисть. Она приятная, мягкая, беленькая. И с красивыми цветочками.
А помадки это раз, два и три. Три помады было в коллекции в этой, и они все три у меня есть. Последнюю за 197 рублей взяла в корзине. А две предыдущих это я купила сама. Не помню уже за сколько. Рублей за 300, может быть, а может и меньше. Я не помню, девочки. Не хочу даже зацикливаться. Значит, 1, 2, 3 помадки. Оттенки. 1, 2, 3. 1. Это вот это. У них вкусный аромат. Вот такой вот рефил симпатичный. И я решила, пускай у меня будут все три. Из этой коллекции. Матовый финиш. Вот такой вот он. Так, номер 1. Упаковка бумажная, такая в цветах. Они называют это эко-эко. Упаковки эко. Оттенок 2. Это вот, который последний купила. Такой фукси. Малиновая какая-то фукси. Это вот второй. Вкусно. Красивые яркие помадки. И оттенок 3. Там не, тестеров не было. Прям наобум приходилось покупать. Вот, 1, 2, 3. Так, девочки, я покажу вам сейчас пару позиций. На этом мы закончим первую серию. И я буду снимать тут же вторую. Вот такой крем от Relui Pro я взяла в корзине за 199 рублей в подружке. Это крем стойкость на коже до 8 часов. Эффект No Transfer. Без приноса тонального крема на одежду и экран телефона. Оттенок 30. И вот так выглядит 30 оттенок. Цвет вот такой, тоже довольно темный, не для белоснежек. Это для меня, у меня потемнее кожа. Для меня очень хорошо подходит. Вот так разглаживает все. Финиш полуматовый, полублестящий. Вот так выглядит. Перекрытие неплохое. Вот. Так. Аромата никакого не ощущаю. 30 мл в пузырьке. Но за 199 рублей я не могу от тональников отказаться. Я очень люблю новые тональники пробовать. Не знаю, что я там пытаюсь найти, но каждый раз рука тянется. Это все пощупать, посмотреть. Все, девочки, давайте прервемся. Следующую серию буду прям сейчас же снимать, просто чтобы ролик не был на час там или на сколько. Я чувствую, уже так затянулось. Оставшись, мы посмотрим с вами в другой серии. Вас благодарю за внимание, за просмотр, за поддержку и подписку на Рутуб и Дзен. Особенно за просмотры на Дзене. Будьте счастливы, не болейте. До встречи в новых видео.